Вот как сделать из квинтета секстет? Как? Добавить шестого. Как сделать обратно, сказать шестому, что он свободен? Видите, Иван Ожогин даже повернул сюда лицом, чтобы видеть лично и проконтролировать, что я уйду. Я ухожу. Иван Ожогин и эссе «Квинтет» остаются. Камушки сижу и топор в руках держу, ай-яй, люли, топор в руках держу, я топор в руках держу, да все колышки тишу, ай-яй, люли, да все колышки тишу. Все голышки тишу и скарать грожу, ай-яй-юли, скарать грожу, и скарать грожу, и капусту сажу, ай-яй-юли, капусту сажу. Держу, ай-яй-юли, да топор в руках держу. Эй! Кстати, мало кто знает, что вот это я на солнышке лежу и топор в руках держу. Первый вариант текста песни про львенка и черепаху. А мы стали на целое утро ближе. До завтра. Пока-пока.